И всем привет, с вами я, Леонид, и мы сегодня продолжаем играть в игру Shield World. И как я говорил в прошлом видео по этой игре, то что я подозреваю, то что все-таки будет продолжение. И вот оно, это все-таки продолжение. И акт 3, осада Александрии, являлась не последним заданием. Потому что у меня было подозрение, что может быть действительно последним. Но я очень сильно надеялся на это, что не будет. У нас сейчас сражение за Нил. Это довольно интересно будет сражение, я надеюсь, по крайней мере. Что мы сейчас увидим? Ну, фортик небольшой. У нас имеется две точки. В этой части здесь еще одна точка между противниками. У нас небольшое расстояние получается. Ну, что я могу вам сказать? Ого! Обновление. Я знал то, что вышло обновление как раз таки с этим дополнением. Я заметил. И тут пишется, судя по всему, количество ХП и урон. Потому что есть кнопки, которые показывают ХП. Даже не то, что кнопки, а изображение каких-то вещей. Точно ХП. Поскольку сердце и пишется 80 или 90. И за черточкой 20 везде. То есть я могу предположить дамаг. То, что это дамаг и... Цена копейщиков немножко больше. Они 16 золотых стоят. Раньше они вроде стоили 15. Если не ошибаюсь. Я не помню уже просто. Ну ладно. Так, наши противники. Что один, что другой имеют по точке. Для меня это не очень хорошо. Я надеюсь, они сейчас за Д начинают сражаться. Я забираю у противника одну точку. Подбегаю. Да, они за точку сражаются. Я подбегаю к поселению. К форту врага. И я попытаюсь его захватить. Нужно попытаться воспользоваться этим моментом. И я как-то не попадаю в противника. Знаете, у меня есть такое подозрение, то что изменилась графика. Как будто действительно изменилась графика самой игры. Я точно сказать вам не могу. Поскольку я сам точно не могу сейчас... Хотя, как не могу? Могу. А, ну да, я же эпическую поставил. Я где-то на средней или высокой играл. Точно, вот из-за чего графика... изменилось. Блин, что-то затупил. Ну ладно. Покупаем сейчас защитников, покупаем еще копейщиков. Ну, цена на самом деле, разница такая вполне оправдана. За что? Такую разницу нам изначально компьютер дает. И с ней можно согласиться. Почему с ней можно согласиться? Потому что, ну блин. Вы как бы изначально покупаете более мощных бойцов, а после этого у вас второй тип юнитов является это, а не первый. То есть они должны быть изначально более дорогие. Что как раз и происходит. Угу. Наверное, все-таки бирюзовые это. Не знаю точно, что это за цвет, но подозреваю бирюзовый и пурпурный. Они сражаются и пытаются состязаться за CD. А, нет, за B и D. Точки. И у них, ну так, выходит. Угу. И я очень хорошо получаю тут. Как, ну, как вы можете обратить внимание. А еще, помимо того, что я очень хорошо получаю сейчас по лицу, ну, еще и дамаг, походу, поднялся-то.
Ага. Один уже противник неплохо так проигрывает. Потерял точку. Одну точку потерял, и у него печаль там все. Поэтому давайте попытаемся сейчас берем побольше воинов и пробуем захватить опять ту точку, которую я постоянно пытаюсь захватывать. Но у меня постоянно не выходит, поскольку противник поставил там защитников, и его воины меня обстреливают неплохо. Захватом F сразу. Бежим дальше. Пробуем сломать ворота. По крайней мере, нанести какой-то дамаг им. А вот это вот уже можем не пробовать, поскольку противник вернулся. Он проиграл, поэтому мы пойдем на следующего. Хорошо. Отсюда мы передвигаемся на следующую точку. На левую точку. И пойдем вот туда. И будем пытаться там противнику оказывать сопротивление и его пытаться захватить. Но опять же, если я с ним особо не столкнусь. А я на это очень сильно надеюсь. На то, что я с ним не столкнусь. И какая жалость, он все-таки решил сюда пойти. Вот это плохо. Ладно. А давайте за мной. Отступаем обратно к нашему поселению. Я нанимать сейчас буду бойцов. И после найма новых бойцов я пойду куда-нибудь. Либо направо, либо назад. Ну, на данный момент назад. Но, скорее всего, все-таки направо. Я подозреваю то, что наш сосед справа пойдет на нашу соседа слева. Но пока понаблюдаем. Ну да. Пока он действительно пошел туда. Лимит юнитов 200 золотых. Ладно. А, точно, у меня же спам долгий. 10 секунд. Ну как долгий? Это относительно долго. Но все-таки. Ну ладно. Ворота, скорее всего, полностью восстановились, поскольку меня очень долго не было и долго их не ломали. Поэтому не удивлюсь, если они действительно полностью восстановлены. Ну ладно, мы сейчас об этом узнаем, поскольку мы увидим. Да, они полностью восстановлены. Бежим и пытаемся через прыжок, если здесь это еще работает, поскольку в прошлый раз это работало, и я смог таким образом попасть туда в поселение. Но на данный момент у меня сразу не вышел. К сожалению. С первой попытки не вышел. Ага. На точку С там напали. Я вот сейчас думаю, что лучше. Что из этих трех вещей лучше? Даже четырех. Наверное, все-таки штандарт. Получше будет. Ладно, давайте попробуем на точку С сходить. И попробуем ее захватить. Как раз еще и штандарт поднимем. По возможности, по уровню. Но не факт того, что я действительно подниму штандарт по уровню. Я с этим противником более-менее нахожусь на равных условиях по прокачке, поскольку что он, что я особо не имеем воинов сильных. Но мой штандарт, ну, я имею только штандарт против, если сравнить против того противника, то в таком случае я немного мощней. И он сразу решает пойти на другую точку. Ага. На точку D вроде. Ну ладно. А, нет, тут. Ага, на нашу точку противник пошел. Ну тогда мы идем защищать нашу точку. Точку А. Поскольку нельзя допускать противнику захват нашей точки. Просто нельзя это допускать. Враги отсутствуют, но как они могут отсутствовать, если я их вижу перед собой? Ну все, вот мы напали, и противник имеет штандарта. Я поднял своего сразу штандарта.
Ворота у нас разрушены. Вот это плохо. Поэтому 200 золотых сразу я трачу на починку ворот. Угу. Очень мало бойцов я нанял. Ладно. И сейчас будет битва за Б. Понятно. Вот этого я меньше всего хотел. Ну ладно, что делать. А все остаются здесь. И вот начинается битва за Б. А противник сейчас начинает за мной бежать. Но в это время я отправляю своих бойцов ему в спину. Ну, как там все-таки в спину они будут? Да никак они в спину идти не будут. Они все равно развернутся. И начнут воевать, как им надо. И даже начнут отступать. Поскольку их не лидер довольно быстро погиб. Ну ладно. А мы сейчас... Ладно, он возвращается. А нет, я не успею. Я не успею добежать до точки А и попытаться забрать оттуда еще свежую партию воинов. Смысла я не вижу в этом. Поэтому я и пробовать не буду. А давайте войны в атаку. Пробуем врага выиграть. Я не имею пока горна. И в численности я уже ему проигрываю. Неплохо так. Ну, все-таки какую стычку я выигрываю по счету. Ух ты, кто у нас тут имеется. Поэтому я соседа вот этого уничтожаю. Для начала, после я только буду... переключаться на следующего противника. Ага. И он не решил все-таки отступать. Ясно. Он имеет штандарты изначально. Это для меня не очень хорошо. Плохо даже. Очень плохо. Готов один. И у меня КП просто отсутствует. Угу. Давайте лимит юнитов поднимаем. И пока отступаем к нашей точке, точке А. И будем набирать еще воинов. Я понял, еще воинов набирать не получится. Надеюсь, штандарт довольно быстро сюда подойдет. И я с ним смогу движение продолжить. Так, противника получают уже неплохо по лицу, особенно его штандарт. Те воины, которые меня пытались, а это, кстати, как я вижу, одни мечники в основном, уже страдают неплохо. Мой штандарт еще особо не поднялся по уровню. Обидно. Но ничего страшного. Противник довольно скоро сломает ворота, это плохо. Ну ладно. У меня ополчение защитники имеются. Они смогут защитить мое поселение. Что там? Единицы уже на самом деле остаются противник, поэтому переживать особо не за что. Ну и все. Вот. 4 защитника смогли защитить поселение от толпы. Пока воинов мало, поэтому я их оставляю здесь. Еще потихоньку нанимаю воинов. И бегу захватывать следующие точки. А пока я бегу захватывать точки и собирать деньги на атаку, я ставлю паузу. Итак, я планирую довольно коварный план. Я довольно рано отправил своих воинов назад, за мной следовать. Хотел захватить сначала точку и побежать следом за противником. И пока они будут бежать, захватывать следующую точку. После стычки одного противника с другим, как раз начать захватывать соседа. У меня в итоге немножко не по плану все пошло. Сделал ошибочку, довольно сильную ошибочку, из-за которой у меня все довольно плохо пошло. И вот сейчас вполне я мог даже попробовать захватить этого противника, но в итоге захватывать я, судя по всему, не буду. А не буду, потому что ворота почти никак не повреждены. Хотя... они дергаются, я вижу.
что они дергаются. Раз они дергаются, значит, скорее всего, их все-таки попытались сломать. Так, точку F уже забрал. А все за мной бегут, понятное дело. Ну и в итоге у нас неудача. Временно неудача. Главный знак. Я даже не знаю, стоит ли покупать или нет. Ладно, я пока не буду, но спавн я свой буду точно делать быстрее. И где мои воины, интересно, а? Где мои воины, которые должны меня спасать от этого негодяя? У меня есть 4 защитника. Ну, 4 защитника это на данный момент не те воины, которые должны быть. На самом деле. А пока повышаем урон. Хотя, наверное, лучше скорость, а не урон было. Ну ладно. Бежим отбирать опять точки. Вот из-за того, что полчаса дается не так много времени с какой-то стороны, то проблематично идет сюда. Ну ладно. Все, они захватывают. Воинов сюда отправляя, они только добежали до этой точки. И судя по всему, они побегут ко мне. Как я понимаю. Хотя не факт. Да, они побежали сюда. Ладно, пускай они сюда бегут. Я понаблюдаю все равно за ними. Моя пока задача это наблюдать. В основном наблюдать. А какие-либо действия не предпринимать. Ну, понятное дело, точку F у меня начинает забирать. Один забирает у другого точку B. А третий другую. И он, скорее всего, пойдет сейчас на мою точку А. Да. Он пошел на мою точку А. Че, нет? Нет. Не захотел за мной бежать. Пытается меня напугать. У него пока пугать особо не выходит. Обстреливаю его спину, особенно его штандарта. На то, чтобы его штандарт особо не качался. А если он и будет скачаться, то будет скачаться очень плохо. Воины его начинают отбегать. И он это делает зря. То, что решил не дать бой у моего самого поселения. Почему зря? Потому что, во-первых, у него нет преимущества против меня. Какого нет преимущества? Это численность и мощь. Да, конечно, у нас примерно одинаковое количество воинов будет сейчас сражаться, но это только примерная цифра. На деле будет все по-другому. У нас мощь намного больше, чем у него идет. От этого мы отталкиваемся и получаем, ну, намного лучше картину. И как я понимаю, все же я не смогу с первой попытки выиграть это задание. Пройти эту миссию, к сожалению. Но, ладно, что делать. Я надеюсь, он сразу направо побежал бы, а потом туда только. Но он решил сразу туда. Ну, может, тогда на врага ты пойдешь, а не ко мне. Точка Б подвержена атаке. Замечательно, что я могу сказать. В атаку. И в этот момент замечательно меня и не было. Ой, штандарт у противника появился. И он начал отбегать, кстати. Блин, а я тут очень много воинов своих уже потерял. Ай-яй-яй-яй. Вот эти два воина пытаются мне оказывать сопротивление. И вот то, чего я и добивался, чтобы один с другим связался ближним боем.
К сожалению, он ко мне все-таки решил пойти. Ух ты, автобой тут решили вернуть. Даже не то, что вернуть, а добавить. Замечательно, что я скажу вам. То, что его решили добавить. Поскольку автобой это замечательная вещь, особенно когда вы начинаете захват или оставлять воинов где-то на защите какой-либо точки, и не обязательно точки, но на защите просто воинов определенного мест, они вам могут довольно сильно помочь. И я вот тут действительно не знаю, что лучше. Побежать и его пытаться дальше продавливать или не стоит. Сейчас стычка двух бойцов, двух фракций. А я, пожалуй, пробегу рядом с ними. Я не буду вмешиваться в эту битву. Я лучше попытаюсь точку С забрать. Для меня на самом деле намного важнее точка С, чем вот эти. Вот эта вот точка Б для начала. И потом вот эти два генерала. Поэтому я изначально бегу сюда. И здесь изначально пытаюсь захватить. Но регенерация ворот сразу видно огромная, бешеная. Я не знаю, это потому что прокачаны они или нет. Но это немного плохо. Ну ладно. Думаю, не настолько это серьезно. И у меня воинов не хватило на то, чтобы захватить. Блин. Мне мощи не хватило. Как так, а? И вот сейчас для меня очень плохо выходит. Почему для меня очень плохо выходит? Противник имеет преимущество против меня. А какое он имеет преимущество? А, тем более, мне на точку А пришли. Ко мне это... Ох, ё... Кстати, цена упала уже. Как я посмотрю. И легионера 19, а не 25 стоит. Ополчение 14,3. То есть... Вот это начинает работать. Цен. Цена найма действительно начала падать. А вот золото в минуту... Я не знаю. Как-то изменилось или нет. Но раньше я этого не замечал. Честно говоря, я его действительно не замечал. Так, урон и живучесть, не знаю. А, я правильно все делаю. У меня скорость атаки там находится. Поэтому замечательно. А, все, все легионеры в атаку. Блин, я уже двоих бойцов, двоих защитников потерял. Плохо. Очень плохо это. Только на одного. Да, это провал. Это провал. Потому что я только контролирую одну точку за всю эту игру. Я 200 набрал. Это мало. Мне надо намного больше набрать. И надо перегружать игру. Делать рестарт. И заново. Ладно, я пока немножко поиграю в самом начале. Подготовлюсь и к вам вернусь. Так, более-менее. Я уже прокачался. И, блин, я думал, он все-таки выиграет. Я поэтому бежал к его территории. Его захватывать планировал. Но он, оказывается, проиграл. Плохо, что я вам могу сказать. Очень плохо то, что он проиграл. Поскольку он сейчас на D. Пойдет D, захватит. И пойдет, скорее всего, ко мне. И будет пытаться... мою точку А забирать. А не пойдет на бирюзового. Ну вот он на той точке находится и сейчас пойдет ко мне. А на F, а с F на А. Я не думаю то, что он на С пойдет вообще. И вот давайте просто сейчас сюда я подбегу. Вот, пожалуйста. Он сейчас на F бежит. С F пойдет на А. А у меня еще плюс ворота сломаны были недавно, и они, скорее всего, плохо восстановлены. А хотя, да, давай убивай меня. Мне это важно. И у меня еще и точку пытаются отжать.
Круто. Хотя воины должны, по идее, сражаться за нее. Хотя никто так и не погиб на протяжении того времени, которое шло сражением. А, то есть... А, ну да, это же за... Эф, это другая точка. Так, денег не хватает. Не хватает, не хватает. О, побежал в другую сторону. Ну, пожалуй, все-таки скорость золота нужна. Потому что с атакой у меня и так более-менее все идет. А вот золото... Печальненько. Все печально. Охота побыстрее, чтобы золото мне приходило. Угу. Пытаются у меня точку отжать. А, Б, скорее всего, бирюзовый. А, нет. Наоборот. Все наоборот. Используем горн для повышения денег. Золото в минуту. Ох, ё. Он наверняка на С побежал. Поскольку я сейчас его на Д не видел. Как он бежал на Д, на мою точку я не видел, чтобы он бежал. Раз не видел, значит туда побежал. А за мной давайте. Побыстрее. А вот эту точку попробую захватывать. И наблюдаем. И видим. Да, была стычка в той области. И в итоге он проиграл. Неплохо. Вот, давай, давай, давай. Беги на Б. Захватывай Бшку. И я, возможно, А потеряю сам. Если это так будет, это будет печально. У меня дамаг не повышенный идет еще плюс. Вот это ужас. Ужас. Ну, хотя... Мобету, когда воины начнут ломать, уже, да, он будет повышенным у меня идти. Ай-яй-яй. Тут сколько? 11 защитников. Это немало. Ой, 11. 7 защитников. Это действительно немало. Ладно, я совсем сейчас попробую ломать ворота. Пытаться захватывать точку. А еще такая не очень хорошая новость. Да, новость не очень хорошая. Нас всех в спину ушатали. Просто наши воины все получили по щам хорошо, знатно. Ага. Он что-то в эту сторону побежал. Меня это вообще не радует. Вообще ни капельки. Не радует. Так, точка Б. Ну да, вот он. Чё тут ожидать-то? Давайте, воины, я ополченцы, стройте здесь вот, перед воротами. Готовимся к атаке. Ждем противника. Я нашим защитникам помогаю принимать участие в уничтожении противника, который... Ломать на данный момент мои ворота. Пытаюсь сливать в основном штандарта и вражеского генерала. Хотя генерала стоит в последний момент уничтожать, а вот штандарта можно и сейчас. Сразу. Ворота были спасены. Противник в итоге так и не смог их сломать. И у них даже прочность осталась в немалом количестве. А, у нас противник собирается... Сейчас на С пойти. Поскольку, а чё ему там? Д его, F его, Б он не будет захватывать. Если он на... Ну да. Он на С бежит. Поскольку Б не его, С тоже. С та дальняя точка, Б это ближняя. Которую я сейчас захватывать буду. Значит, он туда и бежит. Ну и тут, как понимаю, провал. Так. И где эти господа хорошие? Понятно.
Все с вами понятно. Вот тут пробуем за деревом постоять, пообстреливать противник, поубивать его. Ух ты, он меня все-таки достал-то. Опять достал. Да как так? Неужели с той стороны противник решил пойти тоже? Че, точку С пытается захватить? Да, точку С пытается захватить. Неплохо, так скажу я вам. Вполне неплохо. Раз точку С пытается захватить. По крайней мере, пытались. Угу. И опять провал. Как я вижу. Либо так и ничего и не происходило в той области. Поскольку я, к примеру, его сейчас здесь вижу почему-то. Даже не могу понять, из-за чего я тут вижу его. Мне его надо оттянуть на С. Дать ему бой. По крайней мере, попытаться ему дать бой на Цешке. Вот он пытается Б захватить. У него пока не выходит. Я бегу сюда. И вот тут, да, меня стопят хорошо. Ладно, я умираю. Кстати, я так посмотрю, защитники просто имбовые стали. Потому что они раньше так сильно не сносили. Они сейчас очень быстро выносят толпу. Так вот 6 бойцов стоит, а они выносят на раз-два. Так, у С толпа воинов полегла. Это уже видно. И неизвестно там состояние ворот. Но явно поломано. Явно состояние ворот поломанное. Насколько неизвестно. Количество защитников вообще не изменилось. Также, хотя может и изменилось, но не сильно. Не говори то, что ворота, да, они целы. Они на данный момент целы. Нет, тут обновление, судя по всему, такое вышло. Немножко дисбалансное. Поскольку что-то действительно дамаг у защитников бешеный. Очень бешеный дамаг. Я на это погляжу. Вот смотрите. Я сейчас заспавнюсь. 1700 единиц у ворот. 6 защитников. Там толпа находится, которая будет сражаться. Из этой толпы ворота, во-первых, они уже полностью почти сломаны. Но так как я просто подошел, противник почти не имел воинов. Вот. И то из-за одного воина, который продолжал ломать, ворота остались по факту целые, но все погибли. Все просто погибли. Такой вопрос, почему? Очень хороший вопрос, почему? Угу. Ну что, придется опять ставить паузу и ждать, наблюдать за этим всем, за всем этим передвижением и пытаться захватывать точку С, поскольку я не могу. Я наверняка не смогу захватить. Давайте хотя бы попробуем точку Е захватить. О, на Б побежал. Давайте вы тут строитесь. А, изначально правый даже послабее в защите идет. 4 воина в защитниках. Но все равно. Дело ничем не лучше. Да ты.
Кидай, кидай сюда. Обнаглел. Да как ты попал в меня? Скажи, пожалуйста, а? Я еще и точку сразу не захватил. А воинов отправил, отправил на захват следующей точки. Круто. У меня что-то штандарт не повышается все до второго уровня. Блин, обидно. Ладно, давайте действительно попробуем ту точку захватить. А уже и пробовать не надо. Я сейчас по лицу просто получу. Понесу какие-то потери. После этих потерь я не смогу как раз таки, скорее всего, что-то предпринимать. В атаку... Нет, в атаку он не побежал. Меня это удивляет. То, что он не решил бежать в атаку. Я сейчас просто спокойно оставляю точку А на защитников. Я уверен в своих защитниках, то, что защитники справятся со своей задачей. Я не вынесу вот этих бойцов. То, что их не мочи хватит на уничтожение врага. Просто в этом уверен. Надеюсь, правда, лидера долго будут убивать. Его не первым сольют. Ой-ой-ой, что-то меня полетели. Пилумы. Как я посмотрю. Хотя, может, и не в меня, в штандарт. Во, мои защитники сломали ворота. Удивительно, точку Е мы... Ну, в этом сражении мы с первой попытки захватили. А сейчас продолжается битва за точку А. Из защитников я пока никого не потерял. Просто наблюдайте за количеством защитников. Защитники Е6. Я покупал 6 защитников в той точке. Так, там 6 защитников я остался до сих пор. И, ой. Точка А отбилась. Удивительно, как так, а? Давайте пойдем на F. F-ку будем себе забирать. Ну, теперь у меня шансы есть на победу. Раз я смог захватить E. Значит, зря я пытался постоянно на C. Через C-шку выиграть. Стоило через E... Ну ладно, я буду знать теперь. Я по незнанию это делал. Как я понимаю, кто-то на А все-таки есть. Там вот этот, скорее всего, единственный боец. Поскольку атака идет. Попытка захвата, если быть более точным. Но в это же время там... Ой, десант. Десант тут. Как вы можете видеть. Я думал, мой воин подбежал. Я уже хотел радоваться. А оказывается, нет. Ой-ой-ой-ой. А это, оказывается, еще и другой нападал на точку А. А, он. А как он смог тогда захватить? Почему толпа эта вся слилась? Слилась-то... Они остались-то. Вот это меня сейчас больше интересует вопрос, почему толпа слилась, а войны-то остались. Меня это реально интересует сейчас вопрос сильно-то. Пускай за мной идут. Мы сейчас пойдем сюда. Я брошу на этой области и пойду себе А забирать обратно. Но только перед этим немножко побью вот этих бойцов. А над ними поиздеваюсь. Так. Эта толпа уже по лицу получает. Неплохо. И меня еще и сливают. Ну да, тут самозащиты у них происходит. Не можешь не радовать. Воинов взяли и побежали на А. Ладно. Вот это меня действительно удивляет, как он смог А захватить. Но я уже бирюзового обогнал по очкам. И сейчас битва за F идет. Я пока F не сливаю. Это радует.
Мне сейчас надо просто штандарта прокачивать. Очень быстро его качать в это. В добычу золота и в цену. Чтобы цена найма была намного меньше воинов. Я еще и проиграл этому противнику. Как так, а? У него даже штандарта сейчас нет. А я ему и слился. Меня это удивляет. Меня все-таки эти некоторые моменты удивляют очень сильно. Ну, явно тут победы не будет. Поскольку времени мне банально не хватит. Я не думаю, то, что я за вот эти 6 минут смогу захватить основные точки. Это А, С и вот это. Вот эту точку Е, которую сейчас я контролирую, захватить, удерживать. И в это время еще Б, Д и Ф пробовать захватывать. Я не думаю, то, что смогу. Почему я не думаю, что я смогу? Потому что, как бы, тут и так все очень сложно. У меня тем более времени очень мало, и по очкам я не смогу противника догнать. Так, штандарт появился. Радует уже. Давайте пробую точку А себе возвращать. В таком случае. Удивительно, как 6 воинов. А, точно, там же ворота были повреждены-то. Вот, скорее всего, из-за этого банально я и проиграл. То, что ворота не успели до конца восстановиться. А раз они не успели до конца восстановиться, то противнику было легче сломать ворота. И там, скорее всего, просто больше воинов осталось живых. Но все равно. Как-то странно, что лидер остался, а противник продолжал захват. Давайте. Я верю в вас. Ага, у меня еще и никого особо не осталось тут. Как я вижу. 27 хп. Просто 27 хп. И вот тут вот я пытаюсь вот так вот обстреливать противника. Штандарт, спасай меня. Ну как ты так слился, штандарт? Ну, лучше бы на самом деле прокачали штандарт. Сделали ему апгрейд. Реально. Лучше бы ему апгрейд сделали. Потому что, ну он тупит. Он реально тупит. С какой-то стороны понятно, почему штандарт находится вблизи героя, за который вы играете. Но с другой стороны, если начинать смотреть, это немного бред. То, что он не атакует все равно противника, который около вас находится. И вот тут опасно на самом деле спавниться, потому что непонятно, а он будет ли... Как бы сейчас отбегать назад или нет. Или продолжить сайт до последнего, пока не захватит точку. Но пока захватывает точку. Первоначально задача у него захват точки. Что у него и происходит. Я появляюсь, конечно, в этой области. Поскольку я... Имею дистанцию ближе сюда. Вот, для спавна. Ну, блин, все-таки. Странно как-то. 5 воинов, я думаю, их хватит здесь. И там 5 воинов. Ну, по очкам я даже второе место пока не занимаю. Обидно. Вот мы сейчас с другим игроком. Ну, игроком с другим ботом. Будем забирать боковые F и B. После этого, скорее всего, на D-шку пойдем. D-шку забирать себе. И будем бегать. А, он еще и на E пошел. Решил E-шку себе забрать. По крайней мере, попытаться E себе забрать. Но я очень быстро постараюсь
у этого противника забрать D, по крайней мере, начинать забирать его себе. И пока будут воины забирать себе D, я к этому моменту... А! Блин, мне проще сейчас бежать на защиту поселения, чем на захват Дэшки. С учетом того, что и противник пытается там иметь контроль. А я еще и Е потерял. Я потерял контроль над Е из-за того, что просто впустую потратил свое время. Я реально впустую потратил большое количество времени. Бежал на захват Дэшки просто так. Я не верну себе Д. Ой, ДЕ, потому что 25 воинов. В этой области находится 25 воинов. И я не думаю то, что... Хотя... Хотя... Вернуть контроль над этой точкой. Над этой точкой я смогу. Я смогу вернуть ее. Но только смысла уже не будет. Я вот просто ради интереса. Сейчас попробую ее себе забрать. Ну, смысла в ней действительно уже никакого нет, и пытаться как-то выиграть нету. Тоже смысл. Поскольку, ну что, 20 секунд. Я сейчас точку себе забираю. На одно попадание в меня. Я сливаюсь. Противник себе забирает еще плюс А, если успевает себе забирать. Ну тут вообще пофиг как-то. Потому что я даже и захватить не успел бы. Ладно. Провал есть провал. Постараюсь после этого видео захватить Нил. Ну, буду, пожалуй, на этом тогда заканчивать это видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи, всем пока.